ребятки, мы на воде, короче, снова. У нас доброе утро, и начинается оно у нас с бутербродов. Время 11. Налепили бутербродов. Для нас это раннее утро. Эх, табун завелся, проснулся. Ребят, Мишка залазит, смотрите, сейчас навернется ведь, а? Нет, не навернулся. Песка-то на палубу натащил. Песка-то натащил, а? Песка натащил сколько, блин? Тазик? Поросенок? О, хорошо нас присосало-то. Ребят. Замыло за ночь в этот в берег. О, все, сошли. Мишанька, я стараюсь. Сейчас, братец, я тебе перезвоню. Мишка тут рыбу поймал. Ура! Подожди, под сак возьму. Че, оторвал? Так, ребятки, ну что я могу сказать? Первая рыба клюнула у Мишки, но Мишка достать ее не смог. Ты на ее просрал торжественно. Потому что торопился. И у нас как бы счет 0-0. Будем ловить дальше, пробовать. У нас счет 0-0-5. Все, что-то есть, что-то взяло, да. Может, мусор повис. Ну, выматывай. Нет, это шевелится. Шевелится? Да, бершик маленький. Ну, что-то маленькое. Ну, ребята, Мишка первый поймал рыбу. Дверцу надо открыть сразу, чтобы ты его мог сам взять. Да, неплохой. Ну. А вот здесь никогда не бери. Вот так вот, если берешь даже. Вот а воблер только, Миша, берешь всегда за воблер, не за леску, оборвет. Хороший, да, съедабельный уже. Экземплярчик, да, уже будет нам что зажарить. Опа. Вот, теперь давай. Снимаем мы тоже ее щипцами, не руками. Потому что дернется, как загонит тебе. Пожалуй, вы правы. Да, ребят, снос такой мощный идет, снос. Видите, на оранжевую у нас не стало ловиться, а на зеленую два удара. То есть можно поменять на зеленую. Ой, блин. Да ну что ты, Михаил Юрьевич. Ну что ж, вот такая вот рыбка. Мишка молодец. Ура, рыбка. Мишка поймал рыбку, да. Так, 4 километра в час. Идем по ветру. Ну что, Мишаня? Рысь налаживается. Рысь налаживается, да? Делал пользу. Мишка рыбу поймал. Вон она, рыбина Мишкина. Рыбана. Вон она. Куда его можно ложить? Да? Да. Нам потом не забыть. Чайку надо попить. Вот сейчас у меня был удар хороший такой. И, к сожалению, рыбка сошла.
Ну ничего, главное, что поклевки идут, а мы троллим. Мишка наблюдательно наблюдает за наблюдениями. Так, ребята, Мишка поймал еще одну рыбу. Признаюсь, не страшно, потому как... Давай, вытаскивай. Вон она тащится. Ну-ка. Это хорошая рыба какая-то. Все-все-все, нормально, нормально. Ну что ты делаешь, Миш? Вверх подводи. Вот сейчас вверх, 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 вверх. Оп, все, есть. Снаружи висит. Ох, зараза. Ну все, уже. Уже вроде в лодке. О, тяжеленький. Хорошенький. Вот такой воблер рапала. Да, ребята. Он есть. Ну, мы, в принципе, на них и ловим постоянно на троллинг. Самый большой размер, который есть у него. Так, теперь осталось аккуратно, не потеряв добычу, положить его в посад. Опа. Отлично. Отлично. Ну что ж, рыба есть, это не может не радовать. Да, уже есть две рыбы. Отлично. На милях чуть-чуть вышли. Да извини, теплоходик, я у борта с толкачем. Катер принял, лям. Что-то висит маленькое. Может, мусор. О, не, ребятки, рыбка. Вот, Василий, тебя починим. А так, должен будет? Не знаю, пока не пойму. Давай, сейчас потащишь, если ты возьмешь. Да. Вот. Не-не, о, у тебя поклевка. И у Мишки, ребята, поклевка. Слушайте, ну вообще, хорошо. На два спина тащим. У меня тоже небольшое. Я тут, наверное, его заберу. О! Ушел у меня, да? У меня что-то трепыхается. Вон! Не, такое, смотри, что-то съедабельное. Съедабельное даже? Сейчас, подожди, я поставлю свой. Перчик, скорее всего. Ну-ка. Не, отпустим, отпустим, маленький совсем. Ну вот, поднимается на удилище. Нормальный он, лови его. Съедабельный, жарябельный. О. Так, ребятки, пойду я опять сюда, потому как, когда я здесь, рыбы начинают клеваться активней. Мишка мне покоя не дает сразу. Василий, иди сюда. Ты в телевизор смотри, рыбу ищи. Рыбу ищу, ищу. Дать крен на правый борт, загибай! Правый крен! Крен левый борт! Ого, блин, придурок! Ну чё, механ, как? Одну что-то достаем. Ага. Потому что 8 метров уже. Я сначала немного... Здесь как раз судаки. Ну вот, ребят, не прошло и часа, у Мишки сорвался судак. Жалко. Ладно, будем еще ловить. Значит, он есть и хочет есть. Так, ребята, у меня судачара клюнул. Ого, пока я в ланзаке валялся. О, блин, хороший, да.
Однако. Так, надо приготовить. Блин, слушай, вообще хороший. Даже это самое не тащится. Может, гадик отбросить? Не, нормально достанет. Приготовь, да. Так, что у нас тут? Я камеру завел. Опа. Ребят, что-то очень хорошее взяло. Прямо, опа, выскочил, да. Либо забагрил я его, скорее всего. Да, он подбагрился, скорее всего. Либо это щучка. Щука, походу. Да, что он берет так же до троллинга. Что-то там такое. Не, забагрился за бок. Мелкий судачок за бок, ребят, взял. Ну это на тебе 20 метров, кажется. Судачок не крупный, но. Я его сейчас к тебе туда подведу. Видишь, он боком прям тащится. А так-то, конечно, достойный был бы экземпляр, если бы вот. Давай, по поверхности. Ну, такой съедабельный, я тебе скажу. Жарибельный. Судачок. Хороший. Опа. Стой. Оп, ага. Все. Я возьму. Миш, без суеты. Все. Оп. Ну что ж, вот такой вот судачок, ребят, взял. С первой рыбой меня. Наконец-то и я поймал кого-то хоть. Так, ребятки. Опа. Есть, да, хороший был такой удар. И вот он наш судачок, вон он, его уже видно. Ух ты. Хорошо трепухается. Взял он вообще, аж фрикцион чуть не задымил. Да, Мишенька? Да, сейчас я к тебе его переведу. Оп. О, хороший, да. Хороший. Сейчас снова аккуратно. Хорошенький. Такого приятно подержать-то. Заглубляй. Заглубляй, я тебе его заведу. О, ребята, жерик взял! Вот это да! Вы видали? Жериха взяли, а, Мишаня, красавцы! Хорошего-то посмотри какого, а? Аккуратно, тройник сейчас тебе загонит. Такого еще не было, поэтому я говорю, там удар-то был такой, очень приличный удар был. Как будто сюда килограмм еще скинул. Ну, покажи-ка его. Вот такой дрыбус. Вот это я словил. А я очень не хочу, чтобы он уходил. Хорошо, взял мясисто так. Мясисто взял, ребят. Посмотри, что по курсу. Нормально все? По курсу, да, нормально, да. Очень хорошо взял он. Сейчас мы его сначала в подсак скинем. Оп. Все. Сейчас. Подожди. Да, первый раз я поймал жериха здесь. Первый раз такой, ребят. На судачиный воблер. Да, на судаковый воблер, на троллинг взял жерих. Интересно, с глубины взял. Сейчас, подожди-ка. А, ну у нас эти места все отмечены. Тихо, жерешок. Сейчас все будет ок, не переживай. Все, я понял. Так. Опа.
Давай, подержу эту штуку. Ага. Вот жабру возьму. Все, я взял под жабру, убирай. Опа. Красота, ребят, вот это день. И рыба клюет такая, что одно загляденье. Вот на такой, ребят, рапаловский воблер. Вот такой у него окрас. Красная брюшка, боковая линия здесь желтая. И зеленая спинка. Все, ребята, выматываем спиннинги и идем жарить судака. Мишка сегодня поймал 3 рыбы, я поймал 2 рыбы. Итого у нас 5 рыб. Итого у нас, да, 5 рыб. Как делить, не знаем. Сейчас одну съедим. Да, остальные поделим. Да. Мишке жереха и судака. А мне 2 судака. Вот такая у меня, ребят, рыбка попалась. Она у нас несъедабельная, и мы ее отпускаем. Оп. Ух ты! Добрый день, Леонид. Добрый день, Герасим. Герасим? Да. А Муму? Муму давным-давно уже это самое. Так, чуть-чуть сейчас. Я вам мешаю, не отрываю. Да не, мы ходим, чего это самое, туда-сюда болтаемся все равно. Сейчас я чуть-чуть отойду. Ох, красота-то тут у вас, какой ретро, а. Вот, так что давайте тогда расходимся. Мы сейчас до туда дойдем, ну вот здесь вот. Шикарное. Да, Мишань? Сейчас интересно сделаем обзорчик водки, вообще прикольная такая. Идем в гости к Леониду. Господа, ну что ж, я вам хочу сказать, что вот в очередной раз получается так, что Михаил Юрьевич у нас наслаждается приятным общением с неординарным человеком, о котором мы вам попозже расскажем, а я готовлю еду. То есть вы уже к этому привыкли все. Ребят, он уже разделан, почищен. Сейчас я его чуть-чуть замариную. И эта красота отправится к нам в желудки. Во-первых, приготовим покушать. Приготовим рыбу, которую мы поймали. Ну, она часа 3 назад была замаринована уже, сделана. Вот, судачок у нас. Сейчас вот готовим картошечку. Картошечку просто нарезали крупно. Посолил, поперчил. С одной стороны минут там 10-8, с другой стороны. И думаю, 20 минут хватит, чтобы она приготовилась. Это будет наш гарнир. Вот. Ну и как я обещал, мы приехали в гости к Леониду. Это Леонид Быков, который является лицом, ожидающим картошку и рыбы. Который является хозяином одноименной верфи, верфь Леонида Быкова, которая делает вот такие прекрасные лодки. К лодке мы после... Сейчас выключится камера, картошку уберут и рыбу сдадут в реквизиторскую. Да, у нас картошка пластмассовая. Да, эта голограмма тоже исчезнет. И вы тоже исчезнете. А я пойду есть хлеб. Мы получим по своей массовочной 500 рублей. И убежим в ларек. Ну что, ребят, вот наш красивый судачок. Сейчас мы его будем готовить. Ну, как обычно, мы готовим 5 минут с одной стороны. Перевернули еще 5 минут, поставили на попа 5 минут, закрыли крышкой еще 5 минут. Все. Все будет готово. Ну что, ребят, вот такой красивый вид наш судак имеет уже с одной стороны. Надеюсь, он с другой стороны будет не менее красивый. Блин, мы жереха сегодня поймали, елы-палы. Представляете, поймали жереха. Я вообще первый раз, сколько, 4 года я здесь на Волге болтаюсь, и первый раз жереха поймал. Ну, поклевка была вообще дикая такая, он там размотку такую сделал, ух. Вот такая у нас красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, какой красивый получился.
судачок. Еще 5 минуток. Ну и пользуясь случаем, конечно, немножко рекламы. Ребят, такой гриль, кому понравился, кому хочется поставить себе на катер или брать с собой в походы, да даже готовить просто на балконе, можно приобрести по ссылочке, вот она под роликом будет. Назвав промокод Герасим Шерп, вы получите еще и скидку. Ну что ж, ребятки, вот такой у нас получился судачок. Вы посмотрите, какая красота. Я буду сейчас плакать, кушать и плакать. Ну что ж, ребят, вот мы находимся на борту. А, кстати, имя есть у... Да, борт 5692 Коронет. Вот, борт 5692 Коронет. Да? Позывной Коронет. Позывной Коронет, будем знать. Вот, ребят, мы находимся на борту. После того, как мы покушаем, я вам немножечко расскажу, покажу, и Леонид мне поможет в этом. Не сразу, как бы все своими руками сделано, все. Пушинка к пушинке. Да, все с любовью, как говорится. И вот наш судачок, картошечка, мы сейчас покушаем, и я думаю, мы пока что прервемся в нашем показе. Приятного вам всем аппетита, если вы будете тоже кушать. Я думаю, вы будете. У вас сейчас слюна начала выделяться. Присоединяйтесь к нам, ребята. Так, я выключаю электричество, хромаки исчезают. Да. И все-таки зелененький, совсем как огуречек. Большой такой зеленый самолет. Но все-таки зелененький, совсем как огуречек. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Корабль какой-то. Ну, он меняет свое местоположение, действительно, вот все это соответствует. Ну, должен настроиться, он минут 5. Ребят, вот так работает, вот здесь стоит радар грозы. Вот он сейчас показывает, у нас гром гремит. И вот он показывает засветки грозы, где есть грозовые тучи. Это самолетный радар. И мы работаем над снижением количества засветок. Да. И между прочим, очень радар, активно. А на источник. На погоду, да. Да, мыслями сигналов, вот, да. Прям вот проводим все это. Да. Посмотрите, часы. 19 часов, 10 минут, 9-10 секунд. Ламповые, ребят. Это был радиоприемник от мотороллера какого-то. И вот Леонид так его сделал. Превратил в такую вещь. Даже не миг, даже не мгновение, что нам отведено здесь. Народ, наконец-то закончился наш день. Мы поймали 5 рыб. Рыбы-пы, да. Познакомились с замечательным гражданином. Завтра мы вам расскажем про лодку. На голосовании было принято волевое решение перенести обзор лодки на утро. Да, потому как наша милая беседа затянулась до 11 вечера опять. Да, и мы решили, что лучше это сделать светлым днем, спокойно вам все рассказать. Да. Сейчас мы будем копить завтрашнему дню силы и банально выспимся. Наконец-то. Все, всем пока. Вот. Народ, короче, мы ложимся спать. Завтра будет новый день. Завтра что-то мы сделаем хорошего, что-то нехорошего может быть. В любом случае, все вам это покажем. Так что пока, до завтра, оставайтесь с нами и не переключайтесь. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо, пока!